Ребята, всем привет! Карма Палыча мне преследует и в Красноярске. Приехал я вчера домой, решил помыться после аэропорта. Лежу и смотрю, здесь сверху собираются капли. Вот. Ну, здесь подсохло немного, но вчера здесь вообще все черное было. Черное, так сказать, коричневое. Характерный коричневый цвет. В итоге поднялся я к соседке. Соседка сказала, что вроде все нормально, но потом сказала, что работали слесаря, что канализация там была старая, повредили вроде там. Сегодня пришли, составили акт ЖКО, ну, чешется еще. Составили акт, и вот сейчас соседка пришла, сказала, что все застраховано. А застраховано, знаете, после какого случая? После того, как в прошлый раз, год назад, затопили 2-3 комнаты. Затопили. Ну, короче, по всей площади квартиры все было затоплено. То есть затоплено было так, что магазин внизу под нами тоже вода просочилась. Вот такая вот история про то, как Палыч влияет каким-то образом на затопление других людей. Что, ребята, еще хотел сказать? Нос облазит, лоб облазит, все чешется, спина чешется, вот, и горло болит. Практически у всех, кто приехал, болит горло, и вот так все разговаривают. Очень хочется домой, потому что неделю был на Кавказе, практически неделю был в Таиланде, хоть и 3 дня всего там отдохнули, такое ощущение, что неделю. И думал, что приеду в Красноярск, еще какое-то время побуду. Потому что там ряд мероприятий намечалось, но сегодня что-то сдулся и взял билеты, и все, и лечу, короче, домой. Это в следующий раз. Таиланд. А что же, если Таиланд сейчас, надо это, на свадьбу хватит уехать летом, отмечать свадьбу и в этот же вечер улетать на медовый месяц. Девку шутить, собачья. Ну, и улетать медовый месяц в Турцию всей тусней. Как говорится, проституцию или в Турцию, или в группу проституцию. Лоб вообще. У меня он нос облазит, и лоб тоже. Я вообще сгорел, ну. Ты что пришел-то? За вещами? Ну, как говорится, от толстой подружки к худой. Ой, наоборот, от худой подружки платьишки остались. Ну, смотри, давайте так. А ты мне футбол покажи. Дайте покажу, что ты сжигать, ты потом будешь. Ну. Это штаны адики. Так. Ну, они не налезут мне, наверное. Да, ну что гонишь? Ну, посмотрим. Они вообще здоровые. Не, ребята, это к тому, что Шилов как Михалыч одевал, так и продолжает одевать. Ну, а он только, сука, вещи сжигает. А он сжигает вещи. И мосты. Опа. Это вообще из Америки. Зеленый великий. Не, это порядочные, слушай, вещи. Американцы. Это я сжигать даже ни в каких условиях не буду. Штаны-то ладно, еще могу. Ну. Штаны сами сгорят. Сюда, да. Ага, это что такое? Это Богнер. Болка. Ага. Очень дорогая. Фирма очень дорогая. Болка не очень. Ага. Это, короче, ну, проект реального канала, на котором мы с Таней снимаемся, про который нельзя говорить пока. Про который никто не говорит, но все кулуарно обсуждают. Да. И вот они купили мне эти футболки для первой серии. Ну. Я их отснимался. Ну, мог бы ты сказать, мог сказать, что я в некоторых отснялся, а некоторые так и не одевал. Почему? Я все одевал. Подожди, я говорю, ты мог бы сказать, что в некоторых отснялся? Я одевал, да. О, круто. Это тебе две Хуго Босс. Угу. На картошку съездить хватит. На вырос взяли, думали расти дальше будет. Ну, понятно. А я, ребята, вот, у меня большая часть футболок осталась в Москве непостиранных после кавказского, так сказать, турне. Эти оставшиеся взял и в итоге еще там купил, а здесь... Как этот алкаш, который с бутылкой вышел. Ну, ладно. Тебе накапать водочки? Ну ты че? Мне манский боярышника накапает. Еду к манскому, может, боярышник будем сегодня пить. А у меня, смотри, что осталось с самолета. Финляндия, это мы брали в Красноярском дьюти-фри, а это в аэропорту, это в военном аэропорту Утапао. Ну ты не пей, в следующий раз приеду и выпью. Все, ребята, короче, полетел я. Вещи обмывать не будем.
Новинки. Новинки. Обновку, так сказать. Да не, мне такси ждет. Курицу будешь, курицу? Я, говорится, со своим. Михас, только стрим не звони, у меня бьет стрим. Подожди, у меня свой стрим сейчас хочу. У меня стрим идет. А я из этой комнаты хочу стрим завести. А Митальян сказал, что ты послал... Он тебе сказал, меня не пускать. Нет, он сказал, что ты послал шкалу на меня. Вот, смотри. О, Жека, нет, боярышник. Нихуя себе. Народ. Нихуя себе! А мы как картошку жарим, там есть еще курица. Ну ничего, не пельмешки отваришь. Михаил, а мне нравится, что ты после каши, что ты просто поставишь шкалу на меня. Ну поставлю на тебя. Блять. Заливку купил. Литр водки купил. А у нас тоже водка есть. Ну и я не с пустыми руками пришел. Курицу по-кочегарски делаете? Жека, только так. Она уже сколько как птица? Пятый час. 6 часов мы выходим эту курицу. Курица просто бомба будет. Серьезно говорю. Жека, просто бомба будет. Угощайся, Жека, угощайся. Да, сейчас... Слушай, давай эти воду подставим. Я просто насмотрелся, что вы с ней делали. Я курицу не хочу. Курицы? Да. А еще представляю, что вы еще могли картошку туда запихать. Так я вообще думаю, что ни картошку, ни курицу. Жень. Ну, пельмени охота. Жень, стоп. Вот так мы живем. Просто... А, всего лишь? Нет, ну правда, просто так мы все же. Но на видео это не засняли. Нет. Но могли, потому что запанить, да? Нет. Конечно. Некроманско-зоофилию. Жень, конечно, можно есть. Мы не трахали ее. Михаил, это вопрос к тебе, читай. Читай. Знаешь, что написано? Манско, ты меня обманул и не был. Пердалча, я боюсь донать тебе 1000 сразу разделим на 4 части. Иди сиди в туалете 15 минут, каждые 15 минут будет кидать по 10 рублей. Ну ты пойдешь в туалет сидеть на час? Пойду. Давай выпьем сначала. Ты реально придет бояшка? А что? Че, Михаил, охуел, что ли? Бляш, ты что, охуел, что ли? Я это не пью. Михаил, ты что, охуел, что ли? Ты гойсный? Михаил, ты что, охуел, что ли? Ты что, не будешь боярышник? Не буду, я такой не пью. Почему? Я такой не пью. А если я выпью, ты выпьешь? Нет. Почему? Я такой не пью. Почему? Я такой не пью. Серега, ты выпьешь боярышник? Да! Серега выпьет. А ну, ты что, стекло, что ли? А я не буду. А ты... Я не такую хуйню пью. Все, Толян, спасибо тебе за донат. Рома, засал, что ли? Я эту хуйню не пью. Ты что, хочешь завтра конь отдвинул, что ли, что? Подожди, ну если... А ты что, хочешь, чтобы я конь отдвинул? Она на ход взял. Я писал тебе. Вот хочу массовое самоубийство совершить на квартире у Манского. Блядь, куда он денется, нахуй, блядь? Выпей, боярышник. Да не буду. Боярышник. Не буду. За меня, блядь. Нет. Выпей, нахуй. Не буду. За меня, боярышник. Нет. Боярышника, блядь. Да не буду. За меня нахуй. Да сука, ты охуенно нахуй. Меня кто-то заебал. Иди нахуй, вас кто-то заебал. Че ты сказал сейчас? Да не буду. Че? Рома. Не буду. Рома, ну бутылек один. Нет. Ну смотри, как зрение у тебя хорошее. Да. Я не понял, что это будет такое? Плохое. Боярышник. Это что такое? Это боярышник, реально боярышник. Это боярышник? Да. Ну а чего вы боитесь-то? Я не буду. Ну, у тебя зрение хорошее, будет плохое. Нет. Ты вообще перестанешь видеть и ходить перестанешь. Я не буду. Ты стрим будешь вести, тебе не надо будет только Рома, слышать, донаты не будут приходить. Рома, я не знал, что ты боярышник, я не знал. Я не буду, Каш, я не буду. Ты настойка боярышника. Я не буду, Каш, я не буду. Каш, я не Но буду. Ты боишься ослепнуть? Да, я буду ослепнуть. И ходить перестать? Да. А ты, Серега, боишься? Нет, не боюсь. Ромка, пахнет обалденно. Давай. Давай. Не, нихуя, я не буду. Я не буду. Ты что, я ослеп, что ли, или что? Ты же хорошо конь откинул? Нет, да ты не откинешь коня. Ну, конечно, ну. Ты просто перестанешь ходить и ослепнешь. Ну, я не буду пить его. Нет, просто, блядь, это хуйня вообще, блядь. Это что такое вообще? Это боярышник, да боярышник. Ромка, давай, с тобой, боярышника с тобой ебем? Давай. Я же боярышник, знаешь, Михаил? Нет, стоп. Знаешь, Михаил, что за боярышник сделал? Волкошка, он меня выкинул нахуй, все. Слушай, а ты покупал его, чтобы выкидывать? Кого ты выкинешь? Нахуй нужен. Михалыча выкинешь? Нахуй нужен.
Слушай, я его Жека, поставил, а может я хочу выпить. Жек, ну пей. Жек, ну ты тема, вообще тема. Пей. Ну. Я не буду. Сегодня отдыхаем. Да, сегодня отдыхаем. Пей. А завтра скажет, как хуёво, мы ослепим нахуй. Нормально пошло. Вкусненькая. Вкусно. Я говорю, вкусно, вообще обалденно. Я удивился, что это. Вообще вкусно, блядь. Петь. Рома, блядь, вкусная вещь, боярышник. Давай. Садись нахуй, сейчас будет пить со мной, блядь, Рома. Не буду пить, а. Будешь, блядь. Нет, сказал. Будешь, блядь. Будешь пить, нет. Пить со мной, боярышник. Не буду. Не уговаривай, у него нож в руках. Давай. Боярышник, блядь. А? Чистый. О! А, чистоган, чувствуешь, да? Да. А, чистоган вообще. Это мы два рецепта опробовали. Получается чистый, разведенный с тепсеем / кока-колой. И с водой. И с водой. Но с водой, знаешь, как бывает, раньше боярышник продавался не 25, вот сейчас он. Я его купил. Стоит боярышник, кстати, ребята. Вот 25 миллиграмм. Он стоит 25 рублей, получается... Так, спирт или что? А давай я прочитаю. Давай. Извини, что-то я немножечко зрение потерял. Я начинаю слепнуть. Жека, где? Подожди. Ты что, ходить? Рома! Стоп. Рома, бегом сюда. Где? Ничего не вижу вообще. Подожди. Рома, мы что-то слепнуть начали. Рома, я не вижу тебя, что ты там говоришь? Рома, почитай. Иди, да. Море. Ром. Я не могу дойти. Да и чё ты заебал? У меня песня море. Прочитай. Иди в жопу. У меня море. Прочитай, блядь, что написано. У меня песня море. Прочитай, что написано, я ничего не вижу, прочитай. Я хуй знаю, что написано, дивно. Короче, ребята, Серега оказался в беде. Сейчас ночую в гараже. Да. Из-за чего? Не знаю, жена его выгнала опять. Выгнала? Да. А из-за тебя? Тихо. Приехали в гаражи. Рома говорит, что где-то здесь должен находиться Серега. Ты помнишь хотя бы визуального гараж? Не помню. Пойдем пройдемся, посмотрим. И что делать? Ничего делать, смотри, где, может, там приоткрыты гаражи. И посмотрим, найдем, а может, ему там, может, плохо стало. Какого цвета дверь была? Не помню. А у него вообще гараж есть? Есть. Ну это хорошо, что и гараж есть. Серега, ответь нам. Давай логически рассуждать. Больше логически нету. Он подходил к двери, наверное, оставил следы. Вот смотри, есть следы. Дверь приоткрыта. Это его машина или нет? Рома. Заходи. Ну чё? Я оказался прав? Да, ты прав. Всё, быстрее. Вон что ли? О, конечно, он. Нет. Ты же такой. Но я что-то подумал, что... Брат, ты прав. Пиздец. Ты чухал? Я поеду домой. Ну, блядь, заказываем такси, едем обратно, чё? Да. Ребята, я поздравляю вас всех с Днем Влюбленных. Сегодня 14 февраля. Да ладно? Да. С
Сегодня 13-е. А, нифига себе! Сегодня день влюбленных? Но. Офигеть! Так что вот так вот. Жень, я тебя люблю. Ром, я тебя тоже. Пересекая МКАД от аэропорта, когда едешь, понимаешь, что все, приключения закончились. Единственные приключения сейчас будут с пробками в городе. Какая-то наступила усталость от этих путешествий. 2 недели, нигде практически не задерживаясь, да, там больше 3 дней. 2 недели, задержался все-таки, в Таиланде. Но все равно все это так насыщено, как будто прошло 2 месяца, наверное, 2.5, а может быть даже и 3. Вот, сейчас приеду, нужно это все переосмысливать. Сейчас я просто убираю камеру в разные стороны, думаю, с какой же стороны будет блик от солнца. Это пятно солнечное на разбитом объективе разбитой камеры. Все, ребята, всем пока.